Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня нестандартный видосик. Решил немножко отдохнуть, не постримить. Брал так побегать и покажу вам сейчас действительно, как по мне, обалденного бравлера. И как я не сливаюсь, когда нету стрима. То есть я, когда нету стрима, могу нормально играть на стриме. Я не знаю, меня просто тупо или бомбит, или что. Я просто... просто тупо сливаюсь. Сегодня мы поговорим про, ну, наверное, вот этого одного из таких самых кайфовых, как для меня, бравлера. Не знаю, мне 8-битка очень зашла, когда она вышла, но это просто был самый такой космический, обалденный бравлер. Ну, космический в плане, да, там 8-битка у всех была, и какая-то ностальгия, и плюс нестандартный какой-то, как по мне, бравлер. Я на то время, как он вышел, реально мало играл. Да, я и так 8-биткой мало играю, но я его апнул тоже там, когда выходит бравлер, его там 700-800 кубков апаю там фактически первый-второй день. Вот, и потом вышел уже скин, сори, кашляю, горло болит. Вышел на него скин, и вот этот скин тоже очень обалденный. И я не знаю, сегодня решил побегать, покачать. Ну, он у меня выпал на заданиях, и в принципе довольно-таки неплохие катки. Сейчас вам их покажу. Ну, для меня, для вас, может, для некоторых они обычные. Для меня с моим рукожопством это нормальные катки. В общем, можно играть и в шадашки, и в других локациях. И решил я, короче, разыграть сегодня Бравл Пас еще дополнительно, сделать небольшой конкурс, многие просили. Все очень с Бравл Пасом просто. Вот так вот, вот такая вот изичная каточка получилась. Что вам надо? Вам надо быть подписанным. Сейчас я вам еще пару боев покажу, тут реально чем дальше, тем веселее. Быть подписанным на канал, как обычно, у вас должна быть открыта подписка на канал. Ну, то есть, чтобы я видел, кто не знает, как это делать. Посмотрите, куча видосов по конкурсам есть, я там рассказываю, показываю. Ну, я думаю, вы это знаете, чтобы я мог посмотреть, подписан его на мой канал или нет. Репост данного видоса в социальную сеть, как обычно, чтобы я проверил. И оставить комментарий. Написать вашу ID-шку, то есть Supercell, по сути, ID, да, там, или как оно, ну, там, или почта, или ID-шка, я не знаю, как с вами, короче, связаться, чтобы я вам мог закинуть этот пас, то есть социальную сеть у вас должен быть коммент по поводу того, как с вами связаться. Куда вы делали репост, открыта подписка, ну, по стандарту, в принципе, все. И набирает видос, давайте так, сколько, 150 лайков, нормально будет. Мне интересно просто, кто смотрит Бравл. Кидайте друзьям, не знаю, там делайте репосты, пусть подписываются. Короче, 150 лайков я разыгрываю Battle Pass. Сегодня у нас что, четверг? Ну, я думаю, четверг-пятница, либо в субботу с утра, может, и завтра разыграю, пятница, посмотрим. В общем, когда наберет видос 150 лайков, начнем с маленького, будем заниматься, короче, лайкодрочерством, для того, чтобы продвигать контент. Пишите комменты, я через рандомайзер, как обычно, выберу победителя. Вот мне нравится, кстати, гаджет вообще просто космический, как по мне, реально тема кайфовая, когда он тпшится. Я разыграю Бравл Пас, как там его называется, среди участников. То есть ничего сложного. Вот опять первое место затащили. Все условия у вас есть, поэтому кому надо, участвуйте, кому не надо, просто прожали по лайку, написали комментарий. Так, отлично. Ну вот сейчас вот у меня будет две каточки.
Это я вот только недавно играл, решил записать, похвастаться, как я не сливаюсь, блядь, ни на стриме. На стриме просто минус, 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 минус. Когда играешь без стрима, можно свободно, без проблем, нормально пушить кубки. Вот это две каточки тоже довольно таких неплохих. Понятно, что тут кубки небольшие, но всеми бравлерами стараюсь по чуть-чуть играть. Плюс сейчас квесты. Конечно, это плюс вот этих квестов, то, что ты не качаешь там одного, не играешь одним бравлером в основном, а все время что-то меняется. Это однозначно плюс. Есть смысл дротить всеми. Надо будет еще попробовать, кстати, с компа поиграть, посмотреть, как оно будет. Блин, вот не знаю, по дамагу мне реально 8-битка очень заходит, очень крутая. Ну, конечно, когда вышла Джеки, она тоже просто обалденнейшая была, но 8-битка тоже кайф. Особенно за счет гаджета. Гаджет тоже интересный, довольно-таки можно смыться в любой момент. И тут опять же столько чик. Сейчас второй отлетит. Короче, отфигачил половину команды. Половину противников. Конечно, бегает 8-битка медленно, не знаю, вот это меня иногда вымораживает, когда... Ну, да, вот тут тоже он полез, нафига он полез на него. Вымораживает, когда против тебя какие-то дальники, и ты нифига не можешь сделать, потому что тебя просто тупо щемят. Ну а так реально бравлер, как по мне, очень обалденный. Надо будет попробовать его апнуть на 25-й ранг. Что-то мне захотелось папать всех на 25-й хотя бы. Ну, понятно, 35-й это для меня Unreal. Так как я играю, это надо сутками играть. Но будем пробовать. И последняя, четвертая каточка. Я вот просто, знаете, как это я 4 катки и не слил, это просто небо мне. Ну, я не знаю. Когда они на стримах, мы сидим, играем, нормально все, идем в плюс. Когда только стрим, это, блядь, это просто уже проверено. Сразу идет минус. Так, что там у нас? Последняя катка. Надо будет как-то, кстати, попробовать поиграть с мышки, но я не знаю, это надо, наверное, привыкнуть. Потому что с компа, ну, не знаю, нормально, ненормально играть. Ну, многие пишут, что нормально играть с компа, но я даже не представляю, как через плеер фигачит, мне кажется, на гаджете получше будет. В общем, кайфовый. Это один из таких, знаете, моих любимых бравлеров. Конечно, единственный минус то, что он медленный, его догнать нефиг делать и дальниками его разбирать очень круто, но, блин, он фигачит очень круто по дамагу. Вот, двоих разобрали. Сейчас тут к нам. Тоже будет кайфовая тема. Вот мне нравится им добивать. Вот, когда бежит, у него реально настолько дамаг офигенный. Вот, просто пушка. Пулемет, короче. Фигачит полным ходом. И тут опять мой полез, его слили. Ну, на меня вот опять. Ну, кайфовая тема. Когда надо убегать, вообще кайф. Вот видите, дальники достают. Ну, конечно, убегает очень медленно, поэтому его разобрать тем же самым барликом очень легко, если есть какая-то преграда. И вот тут опять гаджет решает. Барли не ждал.
Вот и все. Вот таких вот, ребят, 4 каточки веселых. Все условия у вас есть, что надо сделать. Подписка, репост, 150 лайков набираем под видосом, и тогда разыгрываю. Комментарий социальной сетью, куда вы делали пост, ну, в принципе, все, открытая подписка и ничего сложного, поэтому, кому надо, участвуйте. Всем удачи, всем пока.